Предпоследний, 25-й тур регулярного чемпионата Суперлиги волейболисты «Нефтяника» проводили в Нижневартовске с «Югрой» «Самотлором». Югорчане обеспечили себе выход в плей-офф. Наши, напротив, давно потеряли шансы. Зато могли играть без оглядки на результат. В итоге, как и дома, оренбуржцы проиграли 1-3. Но при этом показали достойный атакующий волейбол. Матч стал по-настоящему равным. В первом сете «Нефтяники» вели 19-15, но в концовке ошибались и уступили 23-25. Зато вторую партию оставили за собой 25-21, а третью отдали с таким же счетом. В четвертом сете у наших даже был матчбол 24-23. Опять концовку решили ошибки. Хозяева допустили их меньше и склонили чашу весов в свою пользу 27-25. Игроки «Нефтяника» попали в лидеры статистики. Ананьев 4 блока, Шеметихин с Пановым по 3 эйса. А еще диагональный Максим Шеметихин выдал одну из лучших своих игр, став лучшим бомбардиром тура с 24 очками. Гладкий розыгрыш волейбольной суперлиги завершится в это воскресенье. «Нефтяник» на родной площадке сыграет с красноярским «Енисеем».